La suite будет. Люди, которые нас загружают, это ваши люди? Да, мы с ним. Это моя личная охрана. Алло. Хорошо, снимайте наручники, я все подпишу. Все-таки попрошу вас патрули задействовать, чтобы они разыскивали этих. А еще машина была такого не белого цвета, а какого-то серого, бежевого, что-то такое, знаете. Серо-бежевого. Мы подъехали. Спасибо, молодые люди, за содействие. Да. В общем, смотрите, такая ситуация. Сейчас разделитесь по двое, садитесь в служебные автомобили, разыскивайте автомобиль. Сейчас на почту вам отправлю. В нашей спецсвязи. Хорошо. Как обнаружите? Там, в общем, фотографии, вернее, видеосъемка с отеля будет отправлена. Хорошо. Вам на почту. Вот. Будет отправлено только тогда, когда мы снимем записи с камеры на видеонаблюдение отеля. Важная информация. Нужно будет по два разделиться. И если вы обнаружите этих людей, то просто сообщайте в рацию. Я сообщаю полиции, и полиция их задерживает. А при нападении использование огнестрельного оружия... 10-1-10-3, госпиталь, код 4. Овер. Можно? Как закончите, скажите лучше в рацию, я его сам сюда принесу. Все в машины, чтобы как бы не было собираться. Такого. Секунду, мы тут разбираемся. Нет, как закончите, уже там переоденьтесь. У нас много времени. Мобильный мотоцикл, только серебристый, знаете, такой зеркальный мотоцикл, как полицейский, только серебристый. А, все, понял. Помнишь, Джастин, когда мы ездили там? Вот Вали, он нас преследовал. Так, у него друг еще есть там. Ну, понятно. Сначала ищем бальдер, потом мотоцикл. Сэр, а где у нас? Ожидается, он занят. О, слушай, видишь банкомат? Тормозни там, а, на пару секунд. Вот сейчас после светофора будет. Так, зам министра здоровья Ласки, так, да. Правильно? Да. В общем, когда детектив закончит, я лично с вами, без вашей охраны, пройдем к ним, дабы не разглашать информацию. Подпишем договор, скорее всего. И сейчас, уже будем забирать с ним, без вашей охраны. Хорошо. Пока ожидайте. Молодые люди, рассаживайтесь по машинам, один со мной останется, а вот вы по двое в служебной машине и пока что патрулируйте по городу. Хорошо. Байн Сугару, с ним остаешься. Да, он со мной останется. Как правильно? Даниил? Ночь уже, правильно? Да, Даниил, что? Николас, мы едете, сейчас берешь машину, приезжаешь на одной машине сюда, Николас на этой машине. Отдаете нам одну машину и едете. Можешь там запросить дорожник, да. Машины послать? Сейчас, ну давайте доедем. А то там машин вообще нет. А, ну
можем на своей, в принципе. Ну, вот. Проблема в том, что у меня нет своей. А у вас по бензину что? 27. Давай мы поедем, пусть нам это нормальные машины дадут. Хорошо. Я тогда Сенату оповещу. Да, пусть оповести их сейчас, чтобы она не... Шутка? Хорошо. А, вот это, сори. Что вы хотели, молодой человек? Я такси жду. Понял. Зам шефа Гвей. Покажите ваши документы, молодой человек. Какие документы? Документы покажите ваши, быстро. Я вообще ничего документы не... Документы покажите ваши, быстро. Так, стоп, переодеваемся. А, понял.